Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой стильный небольшой мужской бумажник из натуральной кожи. Цвет кошелька коричневый, кофейный. Прошит прочной нитью светло-коричневого цвета. На задней стороне он выглядит вот так. Закрывается и удерживается при помощи двух скрытых магнитов. Отделение на молнии для монет находится вот здесь. На этой стороне три ячейки для пластиковых карт. Еще одно отделение для пластиковых карт вот здесь. В кошельке можно переносить банкноты любой длины, так как он имеет два автономных отделения, очень вместительных, удобных. На задней стенке карман на молнии. Кошелек можно переносить в карманах джинс, и он очень удобно держится в руке. Упакован в картонную коробку.